рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения в Керченском филиале онкологического диспансера имени Ефетова обновили оборудование и завершили ремонт некоторых помещений. Сегодня диспансер проводит компьютерную томографию всех органов и систем, магнитно-резонансную томографию, маммографию, рентгенографию легких и ирригоскопию, то есть исследование желудочно-кишечного тракта. С помощью рентгенотерапии медики лечат опухоли кожи. В отделении лучевой диагностики установлен современный ультразвуковой аппарат. В эндоскопическом отделении исследуют бронхи, легкие, желудок и кишечник. На базе Керченского онкодиспансера развернулась единственная в Крыму патогистологическая лаборатория. Там путем исследований опухолей под микроскопом специалисты устанавливают точнейшие диагнозы. В диспансере есть несколько отделений. Хирургическое, где оперируют опухоли кожи и молочной железы. Отделение противоопуховой лекарственной терапии. Там лечат больных со злокачественными образованиями методом химиотерапии. И отделение паллиативной помощи. Там лежат больные при запущенных стадиях рака. В этом отделении уже досматривают пациентов, оказывают им и их семьям психологическую помощь, а также симптоматическое лечение. Как правило, сильное обезболивание. Лечение проходит по единым стандартам Министерства здравоохранения в стране. При онкологическом диспансере также работает поликлиника, где врачи-онкологи могут принимать до 60 человек в сутки. Медицинская помощь оказывается в рамках программы обязательного медицинского страхования. Очередь на получение бесплатных услуг в онкологическом диспансере составляет до 14 дней. Это значит, что за 2 недели медики должны принять больного, поставить диагноз и начать лечение.